запретили сейчас, да, через таможенную границу Евразийского экономического союза фурам ехать, которые из Евросоюза. Не отразится ли это все на работе наших заводов перерабатывающих? Не отразится, не волнуйтесь. Это абсолютно кардинальные меры, принятые недружественными нашими странами. А почему мы не должны на это реагировать, если они запрещают возить какие-то грузы? Что касается въезда в нашу страну, то четко определен перечень грузов, которые идут по прежнему режиму. Это касается лекарственных средств, это касается гуманитарной помощи, это касается живых животных и это касается продовольственного сырья. Поэтому никаких проблем на предприятиях АПК у нас не будет.